Ну, воссоздал он, вот он туда сразу зашел. Еще нарезать, да, вот этот? Почему он тогда экран? Ой, какой-то тут. И там причем уже в чате люди сидели, уже понаписали. Но это теперь по новой. Поймут. Так, трансляция даже закончилась, по идее. Ну да, я ее закрыл сразу. Да, YouTube капец. Я случайно вкатываю. Не перестает радовать. Не важно. Привет всем. Привет. Привет, у нас YouTube загнал. Вообще что-то. Начал. Можно класс? Трансляцию экрана показывать. Класс. Создали. Ну, тот эфир, который запланировал, почему-то он вышел на рабочий экран, стал, короче, транслировать экран. Бред, в общем. Короче, сделали новый, почему-то нормально пошло. Итак, мы сейчас в горах находимся. Мы в походе. Вот. Нас тут много. Вот. И у нас обед. Вот это вкусное. Вот, так что вы попали прямо на обед. Мы как всегда будете в эфире есть. Да, мы как всегда будем в эфире есть. Блин, ну честно говоря, это неудобно есть в эфире. Привет, Сургут. Мои. Потому что у меня одна рука занята. Я буду есть медленнее. Спасибо, спасибо. Все говорят приятного аппетита. Вам все желают приятного аппетита с разных стран. Дикие животные. Все? Да, вот, вон. Вот. Вот этот самый дикий. Здрасте. Вот. Ну, у нас здесь сурки в основном. То есть самое много это сурков здесь в горах. А таких прям, чтобы звери, там, медведи всякие, волки, таких почти нету. То есть тут прям таких злых каких-то там опасных животных у нас практически нет. Вот, видео с похода, да, будет, то есть мы начали сегодня утром тоже записывать, так что видосик тоже будет. Вот, а именно сейчас решили эфирчик забабахать. У меня там Саня, место. Кстати, как слышно? Давай я поеду. Привет, вот, давайте в Крыма, контейнер положим, сало и сейчас, рыба. Да, Янка поест, да. Потом. У меня там сзади есть от него крышка. Ну ты на ней же ешь, а это будет на общество. Положи сало. Да, мусор мы весь с собой забираем. То есть мы ничего не оставляем. Сало очень сальное. Поставь сюда. Найдешь? Что вам рассказать? У нас сегодня довольно пасмурно. Вот, облака, и это классно. Это нужно для последующих дней. То есть в горах хоть очень-очень солнце сильно палит, и поэтому, то есть если ты просто под солнцем находишься, очень жарко, можно сгореть буквально в миг, часик на солнце, и тебе хана. Вот. О, привет, Андрюха. В поход не пошел, сидит, эфир смотрит. Вот, жрем, ну пока жрем все, что попало, все, что принесли, короче, у кого что было, то и жрем. Вот. А вечером будем сосиски жарить на костре и всякое там вкусняшки такие. Вот. Что очень классно, летом свалить из города, потому что там очень жарко. У нас аномальная жара. Нам когда сегодня, да, смс-ки пришли? Вчера МЧС, ну, у нас МЧС рассылает о всяких там таких погодных
И вчера присылает, там, ожидается аномальная жара, сколько это там, 37-39, да, кажется, было, градусов. Ну, короче, жуть. 38 плюс 38. Вот. Ну, поэтому вот, а в горах, как бы, ну, вроде бы тоже жарко, но солнце палит, но все равно тут свежий воздух и более Минске приятно отдыхать. Там Янка на фоне. Все видели. Захавала такая. Колбасу резать не стали? Кого? А, не знаю. Вкусно. Сколько меня дикого убили? Не знаю, мало. А потом больше. Сколько? Вот. А бензопилы мы, конечно же, не берем, потому что, ну, мы же тут не лес идем валить. Вот. У нас здесь будет костерчик вечером, но для этого есть простые ручные ножовки. Нам этого очень хватает вот так. Привет, привет всем. Как, ребят, у вас, я так вижу, многие с России пишут, как у вас там с погодкой? Наверное, не так жарко. Ты скоро поешь? Да. Вот это даем. У меня ручки грязные. Где мы берем воду? В мордочку. Вы слышали это чудовище? Короче, вон там. Далеко-далеко. Короче, вот там чуть-чуть недалеко, вон там. Там река протекает, то есть она очень чистая, она вот буквально из этой соседней горы, из-под Марены вытекает, уже чистейшая вода. И там. Там берем воду, она питьевая, просто супер, она холодная, вкусная, вот, клево. Так, в Крыму у нас пекло, но дождливо, интересно. В Татарстане 23, блин, классно, 22-23 градуса, это же самый кайф. Вот, а у нас вот сегодня в городе, блин, 34 где-то в городе. А здесь уже вот сейчас, пока пасмурно, классно. Мам, его слишком много. Что, где? Туалетка. Я надеюсь, ты взял. Ты что? Зачем? Подожди. Не, подожди, зачем? А зачем я туда ходила? Ты туда сходил и вернулся? У нас в этом походе очень много новеньких. То есть это такой простенький поход, который, ну, без особой нагрузки. Мы сегодня вот буквально где-то 2 часа с утра прошлись, пару часиков, и мы уже на стоянке. То есть мы будем отдыхать, балдеть здесь, в общем, кайфовать, расслабляться. Вот, поэтому тут как бы много таких. Я утром из-за ливня проснулась, такая проспалась. Привет всем. Утром в городе дождик был. О, прикольно. А я не заметил. Где был дождь? Андрюха говорит, у нас в городе дождь был. Да, вот за городом тоже был. Я под дождь просто. На дурдоме почти. А я не видел. Прикольно. А кто такой дождь? Жуткий монстр, который... Все, сейчас Яна уже поела, передаю. Теперь ты болтай. А я буду поглощать. Какая высота? Какая высота? От ливня за окном, ну да. 1955. Я живу не в палатке. Высота
1955 метров. Вот он, настоящий. Ну все, где моя жратва? Сейчас, девочки, я вас протру. Мы упали. Девочки, я мандаринки купила. Дайте, пожалуйста, салфетку, которая именуется туалет. А где она? Я не ее дал. Я такая. Ух ты, поймал. Поправку на ветер. Глубоко в него бросила. Да, блин, дай сюда. Приветик. Давайте по кругу. Да они ничего не пишут. Не смотрят, как ты ешь. Спасибо. Ладно. Пас. Короче, притащили сало кто-то. Да, кто сало принес? Действительно. Кто еще у нас сало носит? Да. Что у нас за интернет, который в горах ловит? Спутниковый. Блин, если вот в горах он ловит, а в комнате рядом с роутером не ловит. Ребята, кто чем занимается? Мы едим. Всем привет, я Ди. Что-то картинка заблюрилась такая. Ну потому что ее вытерла. Нет, когда я повернула. Чтоб, типа, тут нет несовершеннолетних. Так-то это не ТикТок. Короче, Марк принес сало растаяло. И оно такое мерзкое, но все равно. Несмотря на то, что я его замораживала перед выходом, я его достала из морозилки. 2 часа мы его пожаре тащили. Не важно. Пекло. Что еще? Растаяло. Второй кусок сала? Скумбрия растаяла. Скумбрия это какое-то просто мясо. Я обожаю скумбрию. Это желе резала. Марчелло, это что? Мясо. Давай я назубаю. Я не ждал, что оно так. Его нужно было в термос запихать. Оно выглядит как сырое. Да. Я по вкусу так себе. Покажи. Может быть, это... Может быть... Просто кусок мяса. Мама приготовила, чтобы приготовить еду, а ты спила просто. Нет. Оно как будто сырое просто. Возможно, говорит, слышишь? Но у нас нет собак. Ну реально как будто сырое. Я зачем уже... Его реально нужно было, да, после заморозки в термос запихать? Да. То есть ты из морозилки вытащил сало и это? Ты перемешал, короче, это все от одного половину взял, и от сала половину взял, короче. Перемешал, и русская рулет. Только что ел. Вкусно? Короче, Марк дебил. Открытие. В этом и проблема. Надо было его готовить как-то. Ну ладно. Пожарим, я не знаю, сварим. Марка. У нас есть. Меня можно закоптить и лёгушку положить. Сало бухло есть, ну да, конечно. У нас тут куча детей и бутылка водки, супер. Две. Одной на всех. Скоро будет меньше детей, побольше сала. Дети слишком много употребляют. Марк взял... Ну давай я сейчас расскажу. Марк взял сало и взял кусочки, похожие на сало, но это просто сырое мясо. И Тима его попробовал. Ему понравилось. Не, ну жрется нормально. Типа оно вкус не особо меняет, оно меняет консистенцию. Не гнобите Марка за карпаччо. Марка хотела вас накормить новым блюдом. Кто-то меня знает. Защитники Марка. Я только что сказала, как тебя зовут. Кто-то меня знает. Девочки есть. Я. А что, так не видно, да? Незаметно. Киборг-убийца. Тот чувак, который очканулся нырнуть на Исыча. Скидываемся на дрон. Эй, что тебе там надо? Кто там очканулся? Скидываемся на дрон. Да.
открыть? Немножко. Не скинется ногу. Немножко осталось. Там 40. Бутерброд. Не хватает. Немножко осталось. Этот? Нет. Хочешь? А, это... Открой. Что это? Это сыром. Они говорят, ему лучше, типа, они нас держат заложников, и нам дадут деньги. Подожди, вот, а. Будет мусорка. Если вы не скинетесь на дрон, то нас не выпустят из-за... Нет, а куда его это? Куда запорезать? Что, мы не вернёмся домой? Да. Вот, не хотим вернуться домой. Марк продает одну почку, тогда хватит на дрон. Нет. Да если там, на 10 хватит. Да я куплю себе машину, особнячку. Нет. А на дрон не купишь? Половина денег уйдет на лечение. Можно нож? Гемодиализ. Я могу думаешь, что слишком дорого, дорого стоит? А, мы рациями в походах не пользуемся. Я могу сейчас. Кстати, сейчас моя почка стоит дешевле, потому что она еще не сформировалась. Я проверил. Посолите мясо. Я проверил. Сколько сейчас почка стоит? Посолить мясо? А так она стоит 160 тысяч. Я думал, 3 у тебя. Блин, кто-то на работе сидит. Бедолага. Болезно. У нас такая вот работа. Я, может, одну продать. Сейчас не зайдем в полу. Да. Вы находитесь в офисе? Да, это наш сегодняшний офис. На самом деле, на фоне это... Хромакея сидим. В офисе. Под кондёром. Чёрки, вкусно? Хорошо, все. Крабовую палочку кто-то ест. Моя палатка, скорее всего, Тимур, Яна. Мне, в принципе, пофиг. Его жена и Ксюша. Да, давайте все жрать. За 4, да? Я такие зрачки маленькие. 12. В смысле 12? Плюс 11. Читовод. Я вас два раза посчитал. Ну да, я большой. Где в горах связь нашли? Пару килограмм с собой взяли, на эфир хватит. Ну еще надо пару роликов положить. Да? На 6. А мы шестером? Да, легко. Типа я буду спать в головах. А буду как я к детям буду. В головах будешь спать? Будешь спать в головах. Мы тебя зарежем. Твои почки. Я уже спал. Это удивление, чем в ногах. Да, я могу жрать за своих. В ногах это неудобно. У меня все пинают. У нас туда 7 человек в одной палатке. А тут все усилия ножиком, потом колобками катимся с горы. Надо подниматься. Это классно же. Я хочу мармелад. Я хочу тебе поддать. Я хочу роллы. Можешь показать ему это? Желтый мишка будет. Ты почему лежал? Ты его съел? Нет. Точно? Я орешки ем. Руку или слив? Возьми сюда орешки. Ну да, если мы увидим, то ты его съел. Что-то еще хочу съесть. Его не будет, то что это был мишка. Мог просто как-то. Ну может, не то, что это. Может, мы не будем съесть. Пойдемте погуляем. Мы в Аламединском ущелье. Вот. Тут очень много места для палаток. Называется Тихая Заводь. На какой высоте? На небольшой. Вот это место, где мы кинули рюкзаки и палатки. У нас сейчас семейный поход. Тут дети маленькие. Вот, поэтому мы никуда больше не пойдем. Ну, только на водопад.
Тут вот береза есть. На ней вон там кроссовок висит. Раньше вон там вообще были часы с кукушкой. Там был утюг, по-моему. Такая вот новогодняя. А вон там что-то висит. А, ну, пожалуйста. Какая-то хренота. Вон часы. Пока. Где? Вон. На стволе нажимал. А, вон они. Часы. Вот так-то. Да, сбежали от жары, потому что в городе, ну, вообще, unreal. То, что я... Кот, который нас услышал. Валим. Ну, слишком сладкий. Ну, мне руку оставить. Будешь? Да. Она не доживет. Вчера, который я вкусняшки покупала, ты брал? Вот вам. Я пакет давала. Ну, вот эти такие шоколадные маленькие конфеты. Ты такая, ну что там с деньгами? В пакетиках. И рахат лукум. Они у тебя остались. Что? Нужно думать о Brawl Stars. Алло? Кстати, в Клубе... Значит, нету. Я думала, это фаза. Купаться, может, будем. За них нужно платить, правда? Там воды мало. Да, да. Да. И если будем, то вечером. Ляжете и будете. Да. Будем крокодильчиками такими. Не было старше. Сколько куб? 11. Ты лишняя? Я удалил. 19. Это моя вода. Я удалил. Был по 50 в Кыргызстане. Спасибо. Вот что будет за сколько? Я ем конфетку. Очень вкусно. А сколько максимум уже будет? Ой, черный не хабаром. Надейтесь, надейтесь. У меня самый крутой этот барлик, 23 ранг. Это идея. Будешь? У меня Дина 23. Под водопадом купаться. Ну да. Всем покажите. Покажите водопад, он далеко. Даже тебе? Спасибо. Не видать. Видите, долго ем? Очень вкусно, если честно. Видео снимем? Ну, видео сейчас про поход будем снимать. И там покажем водопад. Ночью тихо будет. Мы не бухаем в походах, извините. Может, дальше так в походах? Мы можем пить вот так глотками воду. Может быть, им будет легче. Можем делать... Как можно водку по полстакана? Да что ты их меня кидаешь? Да не в тебя он туда вышел. Он богой. У меня тоже есть нож. У меня он больше. Как у нас с клещами? Классно. Че по клещам? Хорошая обстановка. Ну что там с клещами? Они есть. Да, они есть, а иногда они едят. Угу. Да. И мы их иногда едим. Почему меня показывают при словах? Да? Там, там еще рука не вывертывается. Змеи есть. Змеи. А помните, да, с Альпугу видели нас? Ну что-то можно понять. Дичь. Страшно. Да, ладно, не да. А, может, из наших. Бывает. Поход на выжирание, да. 2 часа. Чё, блин, тебе как будто к 3 куда-то надо. Ну, если 2 уже, 2-3. У нас 3 сеанса. Пора спать. А, да. После обеденный сон. Змею кинулся.
Я обычно позже обеда не сплю. А я сплю. Здесь жарко. Якутии 31 плюс. Поставь на середине. Сидит такого за себя. Помяч от один. На природу ходишь, чтобы там покушать. Да. Вот это на завтра, либо сейчас? На вечер. Не знаю, пойдем да реку сажать. Покажем, что ли. О, возьми. Ноги. Так, сейчас мы вам покажем, где тут речушку. И где мы воду берем. А где мы исландцы? Нет, не понял. Андрюха приходит просто в поход слушать музыку. Ну. Шашлычка не будет, будут сосиски. Так, давайте вас вперед. Все, похавали такие и давай решать, что где. Вон там на том берегу ребятки сидят, они однодневки. Смотри, они что-то достают. Нет, 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 пожалуйста, вы не останетесь здесь. Нет. Я надеюсь, что это пакеты для мусора? Да. Да! Да! Это мусорособиратели. Ребята, молодцы. Это полотенце? Это полотенце. Можешь помахать, показать. Ну, туда можешь положи пока. Вот, у нас получается такая речушка здесь. Ну, это тихая заводь. Называется место. Кстати, о! Здесь можно купаться. Довольно-таки глубоко. Слушай, реально, сейчас солнце вылезет. Я буду купаться. Замерзла. В смысле замерзла? В прямом. Капец, блин, это. Ютуб. В ютубе он не фокусируется. Ты мутная просто и все. Плохо? Да. С той стороны у нас ущелье Салык находится. Там есть свой ледник. Вот, горы вокруг довольно крутые. И водопад в той стороне у нас. Здесь вот специально за пруду такую сделали. И получается здесь уже довольно глубоко. Я так понимаю, эти ребятки с мешками, они, наверное, будут сейчас идти назад и собирать мусор в горах. Супер. Пошли докопаемся. Ну, я хочу узнать, что они будут делать. Блин, можешь докопаться. Да. Ну зачем они? Я хочу просто конкретно знать, что они делают. Прям с эфиром докопаешься? Ну да. Да, шесть нам еще платили. Ну, у нас просто всякие молодежные организации, наверное, ну вот это делают, что кто-то должен убирать за всякими гадами, которые гадят. Будешь переходить? Как тут переходить? Ну так, просто. Ты же шляпка. Вот так вот в воду прям. Мило. Но холодно. О, пошли, 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 пошли.
можешь рассказать, что вы делаете? Мы совместно с туристическим агентством на Марс мы проводим эко-субботник. Вот. Собрались волонтеры, участники субботника. Сейчас мы будем собирать мешки мусора. Ну, в конце будет приз для выигрышной команды. Кто больше собрал? У вас есть мусор, можете поделиться, да. У нас пока нет. Ну, мы тоже с собой уносимся. Типа, чья команда больше собрала? Здрасте. Классно? Да. Здорово. Я ваш YouTube-тик-так смотрю. Классно, у меня сейчас прямой эфир с YouTube. Да? Да. Мы мусор собираем. Вы очень большие молодцы. Это классно. Да, можно. Там же этот... Ну, присоединяйся, можно, без проблем. Ну вот, давайте к нам. Тренировки, походы постоянно будут. Вот. Ну, пойдем. У вас сайт работает? Да. Ну, именно вот New Way. Да? Нет, ты возьми. Я именно вот New Way. Я через этот странник искал, там был ваш сайт. Ну, просто, видишь, я его не обновлял давно. Да. Вот, просто он это... Ну, пойдем сфоткаем. Все ради себя. Вот, вот, вот вам мусор. Кидай. Мусор! Тима пошел фоткаться с подписчиками. Я быстрее там перейду, я пошел к нам перейду. Фотосессия с подписчиками. Какая прелесть. Лёха, это не твое? Что? Ой, я тебя на одежду оставил. Хотел им вытереться. Вытереть руки. Это моя полотенце, у меня два. Хорошо. Да, как в Швейцарии, горы и луга. Можно было бы носки снять. Ну ладно. Иди давай. Я камни обтрею. Да, силе брети. Какая? Вот эта гора? Оп. Вот это? Это просто гора. Типа без названия. Мы в ущелье Аламедин. Вот. Такая гора. Там, блин, это просто гора, не имеет названия, их тут куча. Так что. В принципе, не так холодно. Но холодно. Вот. Ну, в общем, такой довольный. Да, звездная болезнь. Ну, ребятки, в общем, чистят горы, вот, организуют. И вот, кто, чья команда больше соберет мусора, та побеждает. Молодцы.
Опа! Не упал. Не знаю, насколько они здесь много соберут. Ну, кстати... Вот, вот если бы они в Белогорку поехали, блин, в Белогорке там срач просто. Там свалка белогоровская просто своя. Ну, короче, там фигня в Белогорке в том, что там возле водопада прям вот, прям мусорка. То есть водопад, и вокруг него прям горы мусора. Ну и очень печально все это выглядит. Да. Да. В каком ущелье я, мы... Я уже говорила, что... Да, мы выполнили деньги. Да, ребятки молодцы. Костя предлагает примету. При встрече у Тимы из бороды волос дергать на удачу. Вот спасибо, блин. Отошла. На удачу. Нет. Если ты мне выдернешь волос, навряд ли это удачей закончится. Вот, это моя семья. Это моя жена. Юля. Это дочка Ксюха. Вот тут ниже. А вот, сфокусировался. Вот, это сын. Его зовут мини-тимтокер. Вот. Такие вот дела. Ребятки там уже, наверное, в палатках разместились. Завтра мы пойдем гулять чуть-чуть туда дальше по ущелью. Там у нас есть мощная сыпуха. Вот, вот то, что рыжее вы видите. Ох, как тяжело махать. Короче, вот, вот там то, что рыжие камни, это сыпуха. Там у нас постоянно со скалы с верхней сыпется. И хороший такой тренажерчик, так сказать. То есть я вожу сюда людей, чтобы обучать их, как правильно ходить по сыпухе, как двигаться по ней вверх, вниз. То есть траверсом, чтобы, ну, чтобы у людей была практика, да. То есть вот, ну, пока что именно в тренировочных моментах таких именно вот, очень хорошо здесь поучиться, чтобы когда ты уже придешь куда-то вверх, далеко, высоко, чтобы там по сыпухе уже не было проблем таких, да, ты уже знал. Сколько дней поход? Дней у нас всего два, да. То есть, ну, этот поход у нас такой именно простенький. Мы взяли детей, чтобы детки спокойно могли дойти. Ну, то есть, вот мой сын, самый младший. В принципе, мы за два часа, ну, вот 5 километров мы прошли за два часа. Вот, конечно, несколько раз отдыхали, но, в принципе, классненько. Может, будем в мустанге? Чего? Они же будут в мустанге? Но остальные. В каком мустанге? В палатке. В работе? Да, пацаны будут в желтой. А вы в зеленый. Вот. Такие вот, значит, пироги. Тимтокер младший научил меня бензопилу чистить. Здорово. Я очень рад, что вам полезны видосы, что вы находите что-то такое нужное, важное. Я слышу укулеле. Да. Надеюсь, будем и дальше продолжать в том же духе. Забавно, у нас Дима, один пацан, он играет на укулеле. Он его принес, и не знаю, я еще не слышал, как это. Ну, надеюсь, он хорошо играет. Это важно. Вот. А сейчас нам еще предстоит пойти в лес под дрова. Вот. И пособирать, короче. Кстати, если есть мусор, его можно ребятам отдать. Они мусор собирают. А, походу, будет у этого коляк. Позови, отдай.
Гавайская вечеринка, да. В лес по ягоды, по ягодице. В лес по ягодице. У нас земляника только цветет. Да, ну сейчас начало только, сейчас уже, ну еще ягод нету, все цветет, а вот летом, когда ходишь, уже июль, август. Ох, дорога растягивается. Ты идешь и такой ням, 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 становишься такой ням, 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 очень много земляники здесь, вот, ну она реально вкусная, классная. Привет всем. У нас тут мошек прям. Да, что, блин, давно не видел кучу мошек. Что у нас прикольно, что тут в горах комаров почти нету. Ну, я давно не видел вообще комаров. Сколько я хожу лет, с комарами не встречались. Вот. Земляника, это очень вкусно. Да. Это суперконцентрированная клубника. То есть земляника, она такая мелкая, но она же дикая. Ну, она как такая меленькая. В принципе, ну блин, ну у нее аромат такой прям, ну очень-очень-очень такая сочная и прям, ну конкретно отличается, то есть с клубникой не сравнить даже. Вот. Клубника, она все равно городская, какая-то выращенная, ну не то, короче, ну у каждой ягоды свой вкус, ну, да. Своя какая-то особенность, вот. Да, наверное, тут слишком холодно для комаров. Пойду затопчу. Заточу? Затопчу, говорит. Такой, все, Тима сказал, клубника, это не так вкусно, пойду затопчу. Вот, у нас в горах просто, тут пока холодно, тут комаров особо так вроде нет. А вот за перевал туда, когда мы на ту сторону уходили, там достаточно тепло и очень много воды, и там комаров дофигища просто. Там прям, короче, они тебя едят. Ты приходишь, они тобой питаются, короче. Мы шли такие и думали, блин, чем они питаются, когда нас нет? Нектаром. Ну, потому что они там прям нападают. Они даже костер, короче, вот сквозь костер пролетают. Это сквозь жесть. Дым такие. Сквозь дым. То есть им пофиг там вообще. Там коровы теленка гоняют. Мочи козла. А почему? Он же маленький. Ну, может, чтобы в правильную сторону шел. Как с тобой поговорить? Ну, в смысле, как? Вот, можете сейчас поговорить, можете написать. Ну, как бы под каждым видео есть всякие ссылки. Есть... Вот даже под этим видео есть номер телефона. Под любым видео есть номер телефона. Да, в описании под видео, посмотрите, там есть номер телефона, там есть ссылки, куда можно донат кинуть, если у вас есть желание поддержать канал. Вот. Поддержать. Поддержать, да, поддержаться за канал. Вот, то есть ссылки на донат есть везде, то есть можете закидывать, можете прямо на эфир закидывать деньги. Мы будем очень рады этому. Вот, как вы помните, мы собираем на дрон, уже, кстати, почти, ай, уже очень много собрали и чуть-чуть, совсем чуть-чуть осталось. Там коровы людей пугают. И также по походам, то есть, если вы хотите приехать в поход, то у нас тоже расписание, все в описаниях под видео. То есть, там есть сайт такой... И на нем вся информация подробно расписана. Вот. Да, жалко, что вы далеко, но когда-нибудь приезжайте. Вот. Мы сейчас на высоте 1955 метров от города. Ну, примерно 40 километров от города. Недалеко. Это далеко. Одно из ближайших ущелий. Вот. Поэтому сюда можно легко добраться. И оно нам очень нравится, оно очень красивое, спокойное. Вот. Тут есть бурная река, то есть ту речку, которую мы вам показывали, это так себе. А вот там сбоку, там есть, ну, жесть река, она очень мощная, то есть это основная река, которая течет по ущелью.
В нее, если человек попадет, она просто тебя перемолит, и на дамбе только в городе тебя найдут. Поэтому она очень опасная. И если вы хотите, в следующий поход у нас 25-го, да, кажется? Кажется, да. С 25 по 29, если я не ошибаюсь, будет поход. Как раз мы будем тоже в этом ущелье. Мы пойдем на 4 озера. То есть там будет 4 озера. Три озера Шутор и одно озеро Алтентор. Вот. И... Очень красиво. Да, обалденные озера. И в этом походе мы будем проходить эту реку вброд. Это так здорово. Вот. То есть там... Классно. Ну, реку вброд проходить — это трэш. Это вах, это супер. Я обожаю. Вот, так что присоединяйтесь. Кстати, если кто-то хочет реально приехать к нам в Кыргызстан, мы в Кыргызстане находимся, Бишкек город, сходить с нами в поход, то... Вот, кстати, сейчас на канале, недалеко где-то, одно из последних есть видео, там розыгрыш. Мы хотим сделать скидку вам на поход. То есть, кто выиграет, тот получит 5-10-15% скидки. Вот, три места будет. Вот. Дрон. Мы бы хотели DJI Mini 2. Вот. Потому что маленький, легенький, а в походе для нас самое важное — это вес. Да, и так барахла дофига еще, и если дрон будет тяжелый, поэтому... Вот, поэтому я смотрел всех моделей, ну, как бы мы остановились именно на DJI Mini 2. Вот. Там корова чешется. Такие вот дела. Дрон стоит $600. У нас продается. Нам буквально осталось накопить где-то около 50-60 долларов. Что? Ну да, где-то. Нет, да, 60. Да, 60. Короче, где-то $60 осталось. Примерно. Уже почти все собрали. Вот. Покажи, как его чешется. Яна считает, что вам очень нужно, очень важно увидеть, как корова чешет. За какая амплитуда? Ох. Ты так не умеешь. Ну да, куда мне до коровы? Ну все, это была лирика. Интересно было. Ага. Как проходите реку на канате? Как часто проходите реку на канате? Ну, на самом деле, не очень часто, а именно, ну, блин, это тут не в каждом ущелье можно это сделать, да? Вот, именно в Аламеддине есть такие места, где реально можно по веревкам проходить, то есть, потому что там, ну, у нас есть и снаряжение, все, и техники. Вот когда мы ходим сюда, здесь мы частенько именно делаем с веревками, со снаряжением, переправы через реки, это классно. То есть тебя там полощет, но тебя никуда не унесет. Вот, это клево. Но для меня лично это такой кайф. Мне очень нравится. Вот. Сколько поход стоит? Тот поход будет стоить около $100, если я не ошибаюсь. Если у вас есть свое снаряжение, то сам поход будет стоить $100. Если у вас нет снаряжения, то аренда снаряжения где-то будет еще $50. Вот. Получается, что эта цена только за поход, то есть без размещения вас в гостинице, без транспортных, ну, то есть катаний по городу и так далее. То есть мы эту цену выставили чисто за то, что мы вас заберем, допустим, из гостиницы в Бишкеке, привозим в ущелье, мы вас сопровождаем, мы вас кормим, то есть мы вас учим туристическим навыкам особым. Вот, и получается, что здесь, ну, три человека у нас команда всегда за вами присматривают, то есть, чтобы вы никуда нигде не потерялись, и тудым-сюдым. Вот, я думаю, цена это совершенно небольшая, то есть $150 за 5 дней кайфа, и увидеть такое, я думаю, это не очень дорого. Вот, если вам нужно, естественно, мы вас встретим в аэропорту, то есть мы вам организуем транспорт, это все, естественно, но просто дополнительно. Вот. Так что приезжайте, народ, мы сделаем для вас супер тур. Вот, у нас на это лето запланировано где-то 4 больших похода.
Один уже прописан, и несколько мы чуть позже допишем. Все это будет размещено, в общем, на канале. Вот. Да, здесь очень красиво. Очень классно, что здесь горы, и, блин, ну, горы очень высокие, и по ним бродить — это одно наслаждение. Да, все снаряжение в аренде. Как бы рюкзак, спальник, каремат, альпиншток и место в палатке. То есть все, что вам нужно. В принципе, если нужно, можем и посуду вам дать, да, всякие поджопники, мелочи, то есть, ну, барахло основное. Ну, то есть самое главное, это, естественно, да, всегда это рюкзак, спальник, каремат и место в палатке. Вот. К тебе свататься я ехаю. Не надо. Ну, ты хотя бы это там, не знаю, чего? Человеку там дай надежду маленькую, а? Что, ну, пусть приезжает. Да, после того, как в поход сходите, я подумаю. Посмотрим на твое поведение, да? Да. Вот. Ну что, пошли спать? Блин. Они там все уже спят, а мы тут болтаем. Ты слышал укулеле, он во сне играет? Да, да, мам, конечно. Мам. Вот, ребят, в общем... Там крыло. Ставь. Давайте. Покажи. Нет. Ну что, давайте заканчивать. Вот, в общем. Ну, что, давайте нам деньги на дрон. Да, потому что осталось совсем чуть-чуть, мы его уже купим. И в следующий поход даже, может быть, уже возьмем дрон. Да, будет красиво. Да. Ладно, рады были с вами поболтать. До встречи. Пока-пока. Уф.